Александр Юрьевич, вот теперь вот по этой лестнице наверх мы можем пройти. Слушай, они такие интересные. Да. Чего хотели? Ничего, рассказывали. Рассказывали. Творческие планы. Творческие планы, это хорошо. Ничего себе. Туда можно вниз стать? Да, или... нужно. Нужно, Александр Юрьевич. Не провалюсь? Александр Юрьевич, это специальный приямок для того, чтобы мастер мог подойти. Иван, иди сюда к нам. Ну это что такое, красочка или вот? Как мы, до того, как мы стали пользователем музея, Иван проявил социальную ответственность и начал следить за часами, совершенно бесплатно. Подождите, вот, Вань, скажи, пожалуйста, то есть все-таки часы 1848 года? Да, почти 200 лет. Почти 200 лет. Это как бы точная копия большого циферблата, так? Ну да, минутная стрелка показывает, сколько там. Вот, была реставрация, их отвезли в Петербург, там мастера их отреставрировали, заменили анки на покрутить ручку. Это заводить? Да, это... Какую сторону надо крутить? По часовой. Ага, все, понял, давайте попробуем. Так, нас с вами снимите, пожалуйста, как... Что, ничего? Да, попробуйте. Вот так, да, сам попробуй. Вообще не чувствуется. Классно как, а? Давай, Кать, меня. Раз в неделю 200 да. килограмм я поднимаю. Вообще я не чувствую. За счет зубчатой передачи легкость абсолютно. Вот, можно одним пальцем крутить. 200 килограмм гири. Периодически смазывать, естественно. Один раз. 12 раз будет отбивать. Вот. Здорово. Романович, видишь, да? 1848 год. Служит. Да. А главное, еще раз, можно крутану? Смотри, конечно. 200 килограмм гири. Одним пальцем. Ну, за счет зубчатого механизма. Сейчас здорово.